Дубовая чехликовая моль. А личинка сидит в таком чехлике, серпообразном, плоском. И передвигается по почке и грызет ее. Сама она ярко-оранжевого цвета. Вот она, вот. Это редкие кадры. Живет она высоко на дубах, в кронах. Поэтому редко кто это видит. Вот она высовывается из чехлика, видно, что она оранжевого цвета. Вот она, вот. Она как рак-отшельник, на себе носит свой домик. Довольно-таки шустрая дама. Да, забыл сказать. Это Москва. Сегодня 25 апреля 2018 года. Вот. Красотуля такая.